конец скачет. Беда! Кочевники с юга! Сотня! Прям к нам! Бежим коня ему в Рязань и прямо к князю. А этих примем как нам. Ну, кто мишку моего на лопатки положит, а? Денежку тому. Разве так надо? Ну, нет, слушай, силушку девать некуда. Марш домой. Ой, ведь этот заставы. От батюшки заставы. Степняки идут. Степняки идут. Кочевники к Рязани идут. Братья мои, узорочье рязанское, лучше нам смертью добыть свободу, нежели в неволе жить. Я с сынами своими. Отстоим город. Постоим за дома своих. Эх, коловраты бы сюда. Он один целой дружины стой. Нет больше нашей сотни, но и заставы их нет. Главный батырь их погиб, сам видел. Хорошая весть. Имя Евпатия Коловрата нам хорошо известно. За Коловрата и сотню таких, как ты, отдать не жалко. Занят. До Афониной сторожки добраться бы. Он тебя мигом на ноги поставит. Thank you.
О, великий из великих, бог войны, как всегда, на твоей стороне. Много ли пленных? Мало разумных. Теперь это город мертвых. Конец это, как думает супостат, а начало. Мало нас для открытого боя. Придется хитростью брать. Нападать из засады, да исчезать, как тень. Они воскресли! Один сбивает десяток! Двое сотню! И сразу исчезают! Как призраки! Они воскресли! Рязанцы воскресли! Казнить изменников! И пусть сами воскреснут! Великий сброд, коему мы имеем честь служить! Это черт знает что! Им всюду мерещатся воскресшие... Помнишься, не забудь передать поклон хану. Сними с него это железо-то. Что смотрите, изверги? Дайте ему хоть валенки. Жаль мальчонку. А дома расскажи про Рязанскую землю. Неправильно, это война, все рыцарь погиб. Может, их в плен? Нет, нет, они их в река, и обратно не брать. И много их было? Как говорить по-вашему, тьма, много тьма. Да таких, как ты, что воин, то и тьма. Мало нам, да земля слухом полна. Потянутся к нам. Thank you.
Евпатий. Кто ты? Вроде видел тебя где-то. Да Егор я, кузнец из Рязани. Был рыжий, да вот. Да. А не довелось тебе, Егор, встретить где сынов моих, жену? На стене видел их, хорошо дрались. А потом завалило меня. А я вот, видишь, выдержал. Тебе мое благоволение покончить с воскресшими, а вожака их доставить живым или мертвым. О, великий! Вот Таврул Батыр похваляется достать его. Как и сказал, пусть наш батыр с их батыром сразится. Дескать, ежели наш батыр победит, они уйдут. Их батыр победит. Ну? Покоя хан захотел. Ну что ж, согласимся. Не ловушка ли это? Нашим батыром буду я. Благодарю тебя, русский ратник. Немногих я знал, кто так свою землю любил, как ты. Когда б среди моих воинов нашелся такой, держал бы я его у своего сердца. Будете дань платить, будем жить в мире. Отпускаю вас. Предайте земле батыра вашего со всеми почестями. Держал бы у своего сердца. Видишь, как заговорил собака. О мире возмечтал. Не от хорошей этой жизни. Покоя захотел. Не суйся в чужие земли, вот и покой будет. А Русь ворога переможет. Thank you.
Продолжайте дело отца своего. И пойди, Калабрат! Да не один! Твоя! Их! Внимание и повиновение! Я великий Бату Хан. Я не стану слабее от правды. Не добыть победы там, где вместо одного павшего батыра вырастают двое. Мы уходим за Итиль, которую рязанцы зовут Волгой. Гордо звучит имя твое, Евпатий Калаврат, и сыны твои будут достойны тебя. И настанет день, когда Русь вздохнет свободно. Берите под свою руку войско рязанское!